25 невероятных фотографий, которые кажутся фотошопом. Если вы проводите немало времени в интернете, у вас наверняка выработался здоровый скептицизм. Вы не всегда верите тому, что вы видите в сети. Ведь многое довольно легко сфальсифицировать, используя программу Photoshop. Но подборка этих изображений обернет вашу осторожность против вас. Хоть все эти фотографии выглядят как ненастоящие, однако все они на 100% реальны. Некоторые из этих фотографий являются удачными кадрами или сделаны в экзотических местах. А на некоторых запечатлены произведения человеческих рук, цель которых — обмануть ваше воображение. Деревья в парке Шенбрун. Салар де Уюне — крупнейший солончак в мире. Пещера светлячков, Новая Зеландия. Просто платье. Цветные скалы Чанье Дангсия в провинции Гансю, Китай. Красный пляж, Панцзинь, Китай. Песчаные дюны в пустыне Намиб, Намибия. Здание Османа на проспекте Жоржа 5 в Париже. Скульптура в Новой Зеландии. Вымеобразные облака. Линзовидные облака. Ундулатус аспиратус – редкий тип облаков, имеющий необычный и устрашающий вид. Рулонные облака. Лодка, как будто парящая в воздухе. 3D-газон в виде глобуса перед зданием мэрии в Париже. Провал грунта в центре города Гватемала. Деревья после разлива токсичных отходов в Западной Венгрии. Команда из 20 ученых, инженеров и двух воздухоплавателей мирового класса успешно запустили дом с помощью 300 метеозондов. Замерзший пруд в Швейцарии. Поваленный лес отражается в луже. Сгоревший электрический столб. Скульптура из падающих книг Алисии Мартин. Фитопланктон светится на Мальдивах. Когда ваш наряд идеально совпадает с пейзажем. И последнее. Парень просто бросил в кофе пару кукурузных колечек. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Увидимся!